everyone, welcome back to my channel. Ладно, шутка, я не выучила английский. Всем привет, с вами Ева Лысая-блондинка, и сегодня у нас необычное видео, оно будет разговорное. В инстаграме я выкладывала сторис, там, где вы писали мне разные вопросики, поэтому сегодня я буду отвечать на эти вопросики. Мои губы вроде бы увеличились, поэтому начнем. Первый вопрос. В какой стране ты сейчас находишься и как местные реагируют на ситуацию с Украиной? Сейчас я живу в Польше, в Щецине. Видео про Щецин вы можете увидеть по подсказочке. А, собственно, как реагируют вообще люди на ситуацию? Они любят здесь Зеленского. По всей Польше расставлены флаги Украины. И это так приятно, понимать, что люди реально... за нас. Это очень приятно и очень как-то поднимает дух. Я поставлю здесь зеркало, чтобы рисовать стрелки. Следующий вопрос. Тяжело ли привыкнуть к новому месту? На скидочку. Мы здесь находимся уже 4-ю неделю. Первые несколько дней, там 4-5 дней, было очень сложно привыкнуть. Мы постоянно рыдали с мамой. Сейчас мне становится легче, потому что мне, как мне кажется, я уже привыкаю потихоньку к этому. Я нарисовала уже одну стрелочку. Знаешь, базовые фразы на польском. Базовые фразы, которые я запомнила, это «день добрый», это постоянная фраза. Блин, я все забыла. «Честь». Вместо того, чтобы говорить «здравствуйте», мы говорим «честь». Это типа «хай», «хай, бич». «До заведения», «до свидания». «Препрашим». «Препрашим». Следующий вопрос. «How old are you?» «I'm 17». Мой английский прекрасен. Мой уровень А2 это просто что-то невероятное. Это нечто. Следующий вопрос. Будет тату на голове? Я бы, конечно, очень сильно хотела, но я просто не знаю, что. Мне вообще ничего такого не приходит сейчас в голову, чтобы я прям на всю жизнь оставила след на голове. Кстати, это кепка моей сестры. Настя, привет! Следующий вопрос. Не задумывалась полностью перейти на украинский? В данный момент я частенечко начала говорить на украинском языке, потому что поляки не понимают русского. В плане, на каком языке мне нравится больше говорить, это, конечно, русский. Потому что в Одессе, в Украине, все говорят на русском. Как давно в Польше, как доехали. Я оставлю тут подсказочку, где вы можете посмотреть это видео, там, где я все рассказываю о Польше, о переезде и с чем мы столкнулись, с какими проблемами. Твоя детская мечта сбылась ли сейчас? В детстве я мечтала о сестре. Я ее получила, и я очень рада. Кира, если ты посмотришь это видео, я тебя люблю. What would your perfect day look like? My perfect day is when my sister doesn't wake me up, doesn't touch me, and when my sister doesn't talk to me. I'm very sorry, but it's true. Next question. Сколько будет стоить, чтобы ты связала? Мне нравится этот вопрос, потому что я могу связать, но это будет стоить очень дорого. Когда вырастут волосы? Мальчик, водочки нам принеси. Кстати, в Польше я отказалась от кетчупа, потому что здесь он очень дорогой, это во-первых. Во-вторых, вкус у него не такой, как в Одессе. Назови топ-фильмы. Первое место – 1+1. Второй мой любимый фильм – это «Бойцовский клуб» с Брэдом Питтом молодым, господи. Он такой там красавчик. Третье место – фильм «7», тоже с Брэдом Питтом, тоже старый. Поэтому, кто любит фильмы про серийных маньяков и убийц, то, пожалуйста, фильм «7» – это для вас. Четвертое место – это «Зеленая миля». Нахрен. Очень зашел, очень классный фильм. Пятое место я дам сборке фильмов про Олимпийские игры, потому что я обожаю смотреть, которые основаны на реальных событиях, показывают реальные сцены, и это прям вау. What do you see yourself after 5 years from now? I see myself in America. Я загуглила, я запомнила, я могу вам это сказать. I see myself speaking English without problems. Я считаю, ну, это 5 баллов. Preferably rich. В общем, это были все вопросы. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Ева Лысая-блондинка. И всем пока-пока. Красивые глаза, да? Bye!